Главный атрибут Радха-ятры – огромная колесница, на которой установлены деревянные божества Джаганатхи, Баладевы и Субхадры. Ее называют «колесницей счастья и процветания». Считается, что тому, кто поможет тянуть ее за канаты по главной улице города, будет весь год сопутствовать удача. Первоначально планировалось, что шествие колесницы пройдет по кольцу вокруг Театральной площади, для чего городская власть распорядилась на время перекрыть движение по проспекту Ленина на этом участке. Однако в самый последний момент выяснилось, что колесница чересчур высока, более 5 метров, и осуществить шествие помешали троллеи и провода. Но это нисколько не испортило атмосферу праздника. Приятно, когда вот пятничный вечер, и это не что-то такое обыденное, когда все усталые с работы возвращаются, вот что есть интересная духовная музыка, и можно посмотреть на красиво одетых людей, которые необычно для наших мест, придерживаются необычно для наших мест экзотической культуры. Вот. Ну, это возможность как прикоснуться к чему-то новому, интересному и освежить впечатление, набраться позитивных эмоций. Радха-ятру, начиная с 1960 года, отмечают не только в Индии, но и в других странах мира, в том числе России и Украине. Древний индийский праздник имеет свою глубокую символику. Кришна в своих земных играх, будучи царем Двараки, ушедший из своих родных мест, из деревни Вриндавана, вызвал грусть, переживания вриндаванских жителей, которые приехали попросить его вернуться к ним. И колесница, на которой он восседал, они взялись за канаты и потащили его обратно в деревню. И Господь им не мог отказать в этом. Но символ этого праздника заключается в следующем. Верующие люди приглашают в свое сердце Господа Бога. Мариупольцев, пришедших на Радха-ятру, организаторы бесплатно угощали индийскими лакомствами и фруктами. Главная особенность таких праздников – то, что их участники радуются, поют и танцуют без употребления горячительных напитков. В этом и разница, что счастье мы испытываем без алкоголя, потому что счастье – это природа души. А чтобы испытывать счастье, нужно его где-то получить. Счастье мы видим в материальном мире, как такового нету, потому что здесь его не производят. То счастье – это природа духовного мира. А когда стемнело, на сцене, установленной у фонтана, гостей праздника развлекали яркой концертной программой. Мариупольцы горячо встречали уже полюбившийся им театр боевых искусств «Белый лотос». Показали немножко и уже монахов покажем. Так как насыщена программа, приехало много гостей из Днепропетровска, из Москвы, поэтому как бы нам выделили меньше немножко репертуара, поэтому мы покажем основное. Это, ну, нас попросили как бы сделать разбивание твердых предметов, то есть именно нашу визитную карточку, коронный номер там шаолиньских монахов, потому что это больше всех всем нравится, когда люди висят на трезубцах и остаются живыми. С яркими индийскими танцами выступали девушки танцевального коллектива «Сундари» из Днепропетровска, а также магистр изящных искусств, исполнитель и учитель классических индийских танцев Сергей Журавлев. А театр восточных импровизаций «Матхура» и вовсе сошел со сцены для более тесного контакта с публикой. Театр наш называется Театр Востока Матхура, что из древнего санскрита
самый древний язык, санскрит, означает сладкий, нектарный, сокровенный. Вот мы пытаемся сокровенными вещами делиться со зрителем, показываем световые шоу-представления. Костюмы у нас лайт-шоу, это сейчас очень популярно и в России, и на Украине. Организаторы праздника надеются, что фестиваль Радха-Ятра внес свой вклад в развитие в нашем городе традиции благотворительности, заботы и милосердия, а также стал своего рода рекламой здорового образа жизни. Александр Бузулук, Роман Бабич, программа «События недели».